Філа та Дяченко готує корисні десерти. Впевнена, що солодощі та цукор – це не синоніми, а роу-десерти – це чудова заміна магазинним бісквітам. Так, доброго ранку! Вітаю в нашій ранковій студії! Доброе утро! Так, отже, сьогодні будемо готувати смачні роу-десерти. Сирі вони чи не сирі? Тому що це головне питання ефіру сьогодні було. Ми готуємо із тих інгредієнтів, які не підлежать термічній обробці. Угу, круто. Отже, що нам потрібно для сьогоднішніх наших цукерок? Тому що багато всього бачу. Да, у нас на самом деле це немного інгредієнтів. У нас сьогодні будуть конфетки брауні, будуть з двома видами начинки. Це буде начинка з вяленої вишенки і начинка із кокоса. Поэтому предлагаю приступить, правильно? Так. С чего начинаем? Первый ингредиент, он у нас уже находится в мисочке, у нас здесь финики, просто перемолотые финики. Дальше мы будем добавлять кокосовую ману, будем добавлять какао тертое и будем добавлять кокосовую стружку и, конечно же, ванильную эссенцию. Поэтому приступаем. Начинаем, так. Ну, я думаю, для тех, кто любит кокос, это просто неимоверная насолода, такие цукерки. Так, отже, мы это все разом смешиваем, так? Да, конечно. Угу. Вот, добавляем немножечко какао. Мы сейчас на самом деле будем смотреть, потому что должно быть мягенько. Какая консистенция моя? Консистенция должна напоминать брауни, настоящий брауни шоколадный, который вот бисквитный, вы разрезаете и подтекает с него шоколад. Вот, в принципе, вот так вот оно должно выглядеть. Сейчас мы добавим немножечко сюда эссенции ванильной. Як ви підбираєте взагалі от саме продукти, ось ці інгредієнти до цукерок? Як, можливо, на що звертати увагу, коли купуєте? Ви знаєте, на самом деле я просто представляю от собі, я же вже знаю на самом деле по вкусу, от, да, який інгредієнт дає який от оттенок, да, вкусовий, що, може бути, могло би доповнити даний десерт. Оно уже само работает. Это, мне кажется, это необъяснимые вещи, поэтому вот есть какая-то основа, знаете, вот, и потом ты под эту основу уже просто подстраиваешься и добавляешь просто изюминок. Вот, сейчас нам нужно уже перейти и вымешивать ручками для того, чтобы, ну, во-первых, это будет быстрее, а во-вторых, как бы по технологии это будет правильнее, потому что с помощью ручек мы сможем хорошо вымешать нашу массу. А ще це заспокоює. Якщо ви там, можливо, втомилися, от прийшли додому, хочеться якось заспокоїтись, беріть і готуйте корисні цукерки. Це, по-перше, і для душі добре, тому що знаєте, що ви їх потім з'їсте. Це корисно для здоров'я, так, можливо, для фігури не так страшно, так, якщо, конечно, я не помиляюсь. І просто заспокоює цей саме процес. А що вас от змотивувало займатися саме з такими корисними десертами? Чому ви вирішили? На самом деле я просто начала задумываться, сколько сахара ежедневно мы съедаем. Вы знаете, однажды мне попался даже ролик вот в интернете, то есть бутылочка водички, допустим, сладкой, равно, допустим, там полстакана сахара. Да. Плюс еще сладости, которые мы едим из магазина, плюс всевозможные консервированные продукты, то есть это, ну, даже та же кукурузка, там, допустим, тот же горошек, фасолька, мы никогда не обращаем внимания, да, а если перевернуть баночку и почитать, мы сразу найдем в составе сахар. Поэтому, если подытожить, допустим, среднестатистические данные, то на самом деле человек съедает 2, а то и 3, а то и 5 килограмм сахара в месяц. Вы можете себе представить вообще, сколько это в год. Вот, наша масса уже готова, поэтому мы сейчас берем вот такой вот небольшой шарик и начинаем формировать наши конфетки. Первую конфетку предлагаю сделать с вяленой вишенкой. Мы ее ложим вовнутрь и просто вот так вот формируем шарик красивенький. Так. Потом мы его обкатываем, чтобы придать ему красивую форму. Вот, у нас есть кокосовая стружечка. И вот, если бачите, то Виолетта у нас готує у рукавичках, я думаю, это и зручно, да, так, вот, для себе. И... Сейчас предлагаю немножко декора, то есть в виде орешка сверху. Клас. Слухайте, ну я вже дивлюся, я, по-перше, тут стою, тут такі запахи класні, я не можу спокійно стояти, я обожнюю кокоси, просто це неймовірно. І, по-друге, от дивишся на таку цукерку і дійсно не можеш пройти повз. От навіть якщо в магазині ти якось обійдеш, подумаєш, що можна себе стримати повз, такі ти точно не пройдеш. Ні, тут мимо ви не пройдете. Так, наступне у нас чим? Слідуюче можна зробити, от у нас є ось така начинка. Здесь у нас тоже кокосик, кокосовая мана.
кокосовая стружка. Вот, и мы ее тоже вот так вот формируем вовнутрь. И потом в разрезе, когда конфетка застынет, будет очень красивый разрез. Будет шоколадная основа и внутри будет красивый кокосовый белый шарик. Нормально буде, коли розрізати, і ти одразу її хлоп і з'їв. Да. Але все одно можна подивитися, просто поекспериментувати. Так, да, звісно. Взагалі стараюсь, от якщо у нас, допустим, начиночка вяленая вишенка внутри, стараюсь, допустим, сверху добавить кислинку там в виде вот клубнички. Она очень хорошо у нас будет дополнять. Вот. Если это вот с кокосом больше связано, тогда, конечно же, либо кокосовая стружечка, либо можно просто в орешках обкатать. Поэтому это уже на ваше усмотрение. Вообще, я считаю, что такие конфеты – это просто замечательная альтернатива вот магазинным сладостям, потому что это прям, знаете, прям моя боль, потому что на конфетах, к сожалению, если вы обращали внимание или не обращали, я не знаю, на конфетах ведь никто не пишет состав. Состав мы можем прочитать только лишь на шоколадке, допустим, правда? А на конфетах нет. Цепочка спускается. Ну, конечно. А если вдуматься вообще, сколько пальмового жира вообще, вот влияние самого пальмового жира, влияние того же сахара. Вот сейчас очень родители волнуются, что детки очень сильно болезненные. А если бы родители вот, ну, подсчитали, сколько ребеночек съедает сахара, сахар на самом деле, он очень сильно угнетает иммунитет. И получается, иммунитет у нас не борется, блокируется выработка интерферона и, собственно, імунітет становиться слабеньким. Я так розумію, для вас ще мотивацією стали ваші діти, так? Тому що вони зараз просто обожнюють такі цукерки. Так, да, вони просто взагалі не представляють своєї житті без таких конфет. Вони знають, що для них це взагалі найбільш вкусне, найкраще. Хоча я вже не раз говорила про те, що ізначально було немножко проблематично, тому що ви ж розумієте, соблазни, вот, везде. Всі навколо так смакують саме магазинними цукерками. Так, да, так. Да. А там же усилители вкус, а там же у дітей оно і привичку, ну, привикання визиває. Поэтому... А зараз у мене дітки, вони з удовольствием кушають вот такі вот конфетки, з удовольствием кушають всевозможные пирожные, десерти, которые готовлю я. И я на самом деле, ну, считаю себя очень счастливой мамой, вот что мне удалось вот, переломить и все-таки дойти до фініша, скажімо так, тому що, ну, ізначально це теж було тяжело. Угу. Ну, потроху наша тарілочка просто поповнюється цією красою. Я от дивлюся на них і розумію, що просто, ну, з такими цукерками дуже круто провести, можливо, чай ввечері, ой, ввечері із чаєм, з такими цукерками, з друзями зібратися. Можливо, подруг зібрати і також разом зробити такі цукерки, це дуже круто буде. И, по-перше, будет про что поговорить, над чем, так? Да, конечно. И тем более я хочу сказать, что абсолютно спокойно можете кушать, не переживая за свою фигуру, потому что такие десерты, они ни в коем случае не откладываются в жировые отложения. Они, наоборот, очень хорошо насыщают, много клетчатки в сухофруктов. То, можливо, такі і небагато їх і з'їси, так? Тут не розбіжишся, тут немає якихось підсолоджувачів, які от нас тільки стимулюють, що їсти і їсти цукерки. Тут одну-дві з'їси і да, вже, можливо... Звісно, повністю насищення відбувається, тому що інгредієнти повністю доповнюють друг друга по фітонутрієнтам, по клітчатці, тобто вони абсолютно... То есть, ну, наполняют организм полезными витаминами, минералами, микроэлементами. Поэтому предлагаю всем переходить на такие конфетки, потому что это действительно, это здорово, это замечательно, это можно не бояться давать деткам. И я считаю, что лучше все-таки уделить какие-то там 10 минут времени. Ну, вы же видите, это не занимает много времени. Это вот как раз 10 хвилин, так, дуже швидко. Вы просто взяли, все смешали, и все, и у вас все готово. На самом деле, просто желание поменять что-то в своей жизни, желание
перевести сім'ю на більш здоровий образ життя, і все у вас вийде. От якщо я, звісно, не вірю в те, що вони можуть затриматись десь на тарілці, так, на декілька днів, але все одно, чи скільки їх, можливо, можна тримати в холодильнику, там, щоб вони стояли? Смотрите, все залежить від інгредієнта, але ті конфетки, які можна максимальне кількість часу хранити в холодильнику, тобто це до місяця. Вообще спокойно, они у вас лежат, они застывают, они стабилизируются, приобретают такую твердую форму. Вот, вы их потом достаете, они прогреваются до комнатной температуры и абсолютно готовы к употреблению. А те, допустим, десерты, которые, ну, пирожные всякие, тортики, там вообще еще проще. Там до месяца они лежат в морозилке. Тобто спокійно вони можуть так витримати. І 3-5 днів, да, в холодильнике. Так, ну що, друзі, ми доробили, всю нашу масу зробили, і ось бачимо ось такий набір. Виглядає дуже смачно, дуже класно, дуже гарно. Можна просто перед тим, як їсти, обов'язково треба зробити світлини, знаєте, десь викласти, тому що, я думаю, без цього ніяк. Дякую вам, дякую за поради, за цей майстер-клас. Я думаю, тепер ми замислимося, що ж нам вживати, скільки цукру ми взагалі вживаємо щодня, і як, можливо, зменшити цей саме набір ось такими цукерками. Віолетта Дяченко була сьогодні у нас в гостях, зробили такі смачні, корисні десерти, цукерки. Дякую вам.